Добрый день, меня зовут Антонио Джевса. Я куратор, лектор, искусствовед и читаю еще лекции в рамках образовательной программы проекта. Это такое движение в истории российского современного искусства. Александр Шабуров, который именно как куратор одного проекта, здесь еще как искусствовед, решил подсоединить всех авторов под одной крышей. Главное отличие от других форм концептуализма или от других форм иронии, это что контекст, где художники работают и, в принципе, можно сказать, первоначальный публик, к кому, да, эти работы сделаны. В отличие от других форм концептуализма, которые требуются, ну, публика более приготовленная, публика, которая знает, что концептуализм, текст должен быть, безусловно, чтобы понимать идея художника. А в концептуализме Сибирского текст, безусловно, тоже важный, но не обязательный, чтобы понимать, о чем идет речь. Достаточно. Это виска хороший пример. Смотрим на объекты или на картины, и нам сразу смешно. А чтобы было смешно, мы должны читать тексты, если это была работа концептуализма, классическая, скажем так, концептуализма. Важно проект, поскольку помогает расширить понимание, что такое российское современное искусство. И вообще это не только о России речь идет, о мировом дискурсе, поскольку еще общее понимание мирового, что такое концептуализм, да, в мире. И что было не только в американский концептуализм, а еще другие. ЦК 19 до 19 января.